что ж, всем привет, с вами демократия группа под названием Carrion. Это у нас еще переводится как падаль. Тут у нас, видим, такой язык извивается, прям намекает на то, что у нас здесь будет монстр. Так, давайте начнем новую игру, думаю. Так, эта игра, кстати, весит очень-очень-очень мало. Она весит всего лишь, хотел сказать 60 FPS. Она весит 180 мегабайтов, если ее установить. Так, давай, ну-ка, о, ну-ка. Тут у нас люди ходят. А. Мы будем играть вот за таких червячков, можно даже сказать. Так, они там у нас стонут. Или что они там делают? Только вот интересно, что они там стонут, конечно. Так, давайте сюда пойдем. Так. Так, сюда нельзя? Нет, сюда нельзя. Так, блин, смотрите, у нас тут, короче, такой проходик есть, оказывается. Это маленько подшаманил, потому что у меня... А, мы, кстати, маленькие довольно. О, ледишки ходят. Вот, что-то там заиграло. Так. Зажмите правую кнопку мыши, чтобы хватать объекты. Ну-ка. О, нифига. Нифига, чем мы можем. Нифига. Ну, ладно, давайте дальше пойдем. Прикольно, вот можно так взаимодействовать с предметами. Это так довольно прикольно выглядит. Так. Хватайте человеков. Хватайте людей с помощью правой кнопки мыши. Так. Давай, давай, ори. Куда побежал? Чертовщина. Давай. Так, нет. А, вот, о. Ни хрена себе он у вас. А, кстати, мы больше стали. Смотрите, мы больше стали. Мы, короче, будем становиться, как я понимаю, все больше и больше. Мне интересно, что будет, если стать прям огромным. Так. Что такое? А, нет, туда нельзя. Ну-ка. Еще люди. Так. Что ты? А, вот, все. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай, давай, давай. О! О, сколько еды. О, да. Ставь лайк, если тоже любишь покушать. Так, что он ест? Так, все. Ну, кстати, у нас тут теперь вот этих 5 штук горит. Так, ни хрена, мы биомасса огромная. Тут какой-то проход. Так, ну-ка. Влезть. Так, щупальцами своими. Раз этовались. Так, ну-ка. Оп. Так. Что это? Проходик открылся. А, кстати, вот эта дверь, через которую мы сюда вошли. Так, ну-ка, давайте-ка. Оп. Заживались. Ну-ка. Ну, кстати, мне кажется, мы стали. О, улица, ну-ка, давайте. А, нет, туда нельзя. Это стекло. Мне это почему-то напоминает фильм «Живой». Типа, кто смотрел, тот поймет. Так, ну-ка. А, это сохранение. Нифига себе. Блин, прикольно. Вау. Не понял. Что такое? Сейф. Не, сейф не надо. Вот сюда нужно залезть. Ну-ка, давай, давай. Вот. Залезли в эту дыру. Странно выглядящую. Так. Frontier Westlands. Так, ну-ка. А, мы пробиваемся вот так. Ну-ка. Что у нас тут? Биомасс. Samples lost. Фигня какая-то, короче. Ох, caution. Только для персонала, короче. А, нет, туда нельзя, нет. Жаль, жаль. Как он просто перемещается в воздухе? Смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп. Можно вот так в воздухе как-то... А, нет, он все-таки в воздухе не может перемещаться. Он может только вот так хвататься. Оп, давайте вот так водочку. Оп, что это такое? Хрень какая-то. Ну-ка сюда давай. Оп, вот эти заросли. Что это такое? Ну-ка, откройся. Откройся. Ну-ка давай-ка выбьем. Не, выбить нельзя. Окей, такая музычка еще играет стрёмная. Так. О, рычаг. Ну-ка лампочку. Вкусное стекло. О, открылась дыра. И тут можно вниз, да? Вниз можно. Блин, множество путей. А, мы, кстати, здесь были. Точнее, не были, но мы были где-то вон там. Вон там мы были, по-моему. Так, нет. Типа, что это такое? Не, я хрень какую-то схватил. Это не то, что мне нужно. Так, давайте-ка обратно сходим. Так, стоп, что это? Не, это фигня.
Так, давайте вот сюда залезем. А, не, наоборот, сюда нельзя. Наоборот. Блин. Когда, типа, куда нужно? Не, ну по своей сути надо сюда идти. Ну-ка, стоп, а что за shift? Ни хрена себе мы можем так кряхтеть. Ну-ка, давайте. А, во, мы можем эту тележку таскать. Так, что, нельзя выбить? Не, мы не можем это сделать. Почему просто? Он может таскать целую тележку, но не может открыть вот эту фигню. Так, ну-ка, сюда можно? А, боже, это, я думал, это лестница. Ну-ка. Так. Что тут такое? Ну-ка. А нас атаковать будут, мне интересно? По-моему, да. Так, что это такое? Цепи какие-то. Вау. Вау. Ты чё? Это что такое? О, это сохранение у нас. Ну что? Ну-ка, давайте-ка сюда пойдем. Ну-ка. Я не думаю, что они бы стали делать рычажки такие. Ну хотя, кто их знает? Это жалкие людишки. Так, а. Так, вылетели. Нет, людей что-то мало, кстати, реально, никого не вижу. Так, о, пистолет у него. Пистолет. Смотрите. Смотрите, он меня не видит, да? Так, ой, нет, тихо. Тут никого нет. Нет, тут никого нет, можешь оборачивать, давай, оборачивайся. Обернись, тут никого нет. Ты зря сюда смотришь. А ну ладно, зря, не зря, ой. Ой. Ну, убил случайно, чё? А мы можем вырасти больше, мне интересно. Так, ну-ка. Чё это? Сохранение. Ни хрена себе. Разъедать можем. Так. Что-то там начало пробираться. Нет, нет, стой, нет, нет, не надо, не стреляй меня. Вот так тебе, скотина. За то, что сделал мне больно. Что это такое? Что это за деревянная фигня? Ну-ка, давайте-ка сюда. Оп. О, в туалет смылись. Сюда иди, сюда иди, сюда иди. Ну-ка, иди сюда. Сюда, 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 сюда. О, да. О, да. Так, ну давай, ешь его. Так, ну-ка. Давай, вот так. Оп. Какой вкусный. Как дошик. Так. Так, куда нам идти-то? Сюда, что ли? О. Палит меня. Давай. О, давай. Так, давай. О, съем. Так, кушаем. Кушать, кушать. Геннадий Горин хочет кушать. Так, что это? А, сохранение. А, нет. Тут, или да? Да, это сохранение. Так, еще прикольная тут такая графика, такая пиксельная. Я как нам понимаю, надо вот так три сохранения сделать, чтобы там вот эти наши щупальца разотворили эту дверь. Так, что это? В чем прикол? Какой-то уровень токсинов? А, нет, погодите. В чем прикол? Новая ДНК поглощена. Арахна... Так, типа пауки. А! Мы типа как паук можем хватать. Сетью типа такой. Прикольно. Блин. Так, ну-ка. Чё это? Можно? Или типа чё, я не понял. А, вот в чём прикол. Да. Во. Прикольно. Блин. Так, давайте порычим. Порычим. Давайте вот эту говнину залезем. Как из туалета выпрыгнем. Так, ну-ка. А нам... А, понимаю. Нам нужно вот сюда залезть. Давайте, оп. Вот такая хитрая мы биомасса. Живая. Оп. Так. Людишки обосранные ходят. Что мы можем с ним сделать? Ну-ка. Связать его можем. Давай, он сдох? Да, он помер, ну-ка. И этого тоже давайте. О. Нет, хватай его, хватай его. О, да. О, да.
все сожрем. Давай, вот это тоже неси, блин. Что это там такое? Кусочек какой-то. О, да. Ну-ка, давайте-ка порычим. Блин. Ну-ка. А, вот эта фигня нам отзывает. Вот, я понял. В чем прикол? Она, типа, видимо, как показывает нам. Ну-ка. Да, вон она, вон там. Ну-ка. Так. Да, пошли вы к черту. Давайте, я хочу наверх. Нет, ну-ка, я хочу вниз. Тут нам нужно пробраться. Блин. Это не коронавирус, 100%. Блин, я люблю лакомиться людишками. Так. Игру можно даже одной рукой проходить. Ну, хотя... Так, у нас тут дверь открылась. И тут тоже дверь открылась. Кстати, вот эта фигня, которую я там оставил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, они убежали, блин. Так. Стоп, я кого-то... Че это такое? А, это помойка. Ну-ка, я с собой потащу. Она со мной тащится. А, ну, кстати, да, вот вам говорят, типа, вот. Показать ближайшее. О! Опять еда. Вот сколько же еды, а? Ну, реально, вот вкуснотища. Даже чем... Даже чуть... Ну, чуть хуже, чем пельмешки, но нормально. О, нифига. Все открылось. Но мне кажется, мы бы без этого смогли открыть ее. Ну-ка, а что здесь? Ну-ка. Что это такое? Ну-ка, тут не могу ничего сделать? Дверь какая-то. Непонятно. Позже сюда вернемся тогда. Так, вот она у нас эта фигня. Так. Так, стоп. А, вон наверх нам нужно. Нам нужно наверх. Так, давайте вот тут. Оп. Так, пробел нужно нажать. О. Приятно. Так. Опа. Containment unit. Сразу SCP вспомнился после этих слов. Так, тут ничего нет. Окей. Спустимся вниз. Чё здесь? Чё это? Чего? Чего, блин? Типа я сдох, да? А, нет. А, это камера, типа. Ну, или что это? А! А, мы типа человеком управляем, что ли? Типа, в чем прикол? Типа, мы можем эту дверь открыть? Или типа, не, мы не можем. А тут что можно? А, можно залезть, вот. Так, чего это? What the hell am I doing? Что это значит, типа? В чем прикол? Ну ладно. Типа, а, дрон летает какой-то вот. Давайте-ка спустимся. Типа, а, мы можем с помощью, типа, человека открыть эту фигню. Так, ну-ка, давайте. Ну, и как я понимаю, типа, мы можем с помощью людей какую-то сейчас фигню для себя открыть. Так, ну-ка. Погодите, что-то я не понимаю. А, во, да-да-да. Во. Блин, прикольно. Игра реально топ. Ну-ка. А, это вот эта дверь, кстати, которую мы не смогли открыть, по-моему. Ну-ка. Эту можно открыть? Point C4. Ну, в CSGO поиграем, чё? Эти дурачки убегать не будут, вопрос? Чё он делает? Он дурак? Чел, ты дурак? А, в чем прикол? А чё он делает, вопрос? А, типа... Я понял, это типа, чтобы взорвать, давай, давай, братан, давай. О, да, молодец, красава. Реально красавчик. О, погнали. Типа, чё, всё? Геймплей за человека кончился? Блин, ну мы что-то слишком... Что-то мы слишком умный какой-то организм. Чересчур даже умный. Так, давайте-ка до следующего сохранения дойдем. Так. Во. А, нет.
Так, ну-ка давайте-ка откроем. Оп. Оп-оп-оп, давайте. Оп. Эту фигню. Ну что ж, я думаю, на этом можно уже заканчивать. Это у нас была игра Падаль. Подписывайтесь, стрелял, ставьте лайк. И всем пока. Пока.